Внимание, цель захвачена. Спасибо, брат. Отличная я работа, парни. Прием. Внимание. Цель опять огненный шторм. Нет, это за США. Не, у меня дел по горло. Не получится. Так, 24-24, да. Я не могу даже... Ну-ка, подожди. Я не могу перейти. А, Артём тоже за США. О, перейди сюда, Зайра. Не, мы вдвоем тут. Тебе нужно к нам попасть. Тут мест нету. Жалко, нельзя репорт кинуть кому-нибудь. Это тебе не дотка. Возможно, дисбаланс. Короче, мы ждем, ну, я жду, пока освободится. 24. У вас 25, у нас 24. Так, уже нельзя написать. Почему? Он же знал то, что мы зайдем втроем. Неужели нельзя было поискать Сергея поменьше? У нас место освободилось, давай быстрее. Нет, смотрите, нет. Ему сейчас крыша. 24-25. Нельзя осуществлять переход так часто, будьте немного со своей командой. Ты что за мать твою, а? Пиздец какой-то нахуй. Внимание! Цель была нейтрализована. Внимание! Засекли снайпера противника в вашем РБД. Прием! Да не спеши, сын Артём. Снимаю! Ты уже играешь? Да. А где ты сейчас? На какой точке? На Е. На Е? Да. А стоп, на Е, на Е. Противника с противотанковым в вашем секторе. Прием. На Е, говоришь? Привет. Ах ты тварь! Так и знал. Чувствовал прям. Ну как тебе? По кайфу? Оно? Оно, да, оно. О, Артём летает. Он, походу, не скажет. Так, теперь-то я могу перейти? Ну-ка, я перешёл, что ли? Ну-ка. Внимание! Да как твоя тварь меня оживила-то, а? Зачем меня оживлять, когда я не прошу, а? Твою-то мать, а? А тут разве можно пройти, чтобы тебя оживляли? Да. Мы засекли вражеский джип в вашем РБД. Прием. Ну кто-нибудь убьет сегодня, нет? Ну наконец-то, все. Артём попал. Внимание, убил, цель потеряна! Да, Артём убил. Да, братан, был я. Да, я ждал, пока меня кто-нибудь убьет. Я не могу перейти. Кармен, за тебя справа. Армен, за тебя справа. Да блин, я не могу перейти. Короче, я выхожу с ним, заново перезайду. Я выйду, все равно я заново перезайду. Может меня кинет за вас. Пиздец, я не могу зайти. Армен такой лежит на земле, я такой себе на лёд сверху прыгаю его. Ёп, с ножа. А, ты ещё и с вертолёта. Я тебя ещё за километр видел. С4 установлено! Отключение. Ошибка, невозможно связаться. Могу выбраться! Да я очень рядом с тобой. Идем быстро! Замечен снайпер брата. Я на вертолете. В вашем секторе. Соблюдайте осторожность. Да давай, блин, а? Вот я. Вытащите меня отсюда! Нужен транспорт, прием! Черт возьми, противник отбил цель, прием! Затем нет. Возьмите
Ничего, сейчас я вас научу, как играть надо. Блин, жалко мне не пустят на батарею. Жалко. У Артема она есть, но не жалко. Дурак, а? Как так можно? Если бы у меня была 4-я батарея и у меня бы кинул комп, я бы не ждал. О, наконец-то США. Так, отряд. Какой отряд у вас? Занят, это все очень. Давайте. Внимание, цель нейтрализована. Повторяю, цель нейтрализована. Прием. Сейчас подожди, у нас тут вообще пока. У нас отряд. Я убил. У нас отряд просто вообще классный, отвечаю. Одно такое. Да? Парь! А разве нельзя создать новый отряд, нет? Конечно, можно. А как создать? Всё, покинуть отряд нажми и создать отряд. Армен, подожди, Армен, терпи. А вот, я создал отряд Котов. О, меня с магом убили. Солдата противника в вашем районе, прием! Он наверху слышит. Вертолет противника в вашем секторе, прием! Вы снялись, СПГ. Присоединитесь к отряду Котов. Котов, да, Армен? Да. Блин, а у нас такие четкие пацаны играют. Поставь, пожалуйста, по всем отряда. Я поставил уже. А Армен поставить ремонт отряда. Армен. Ладно, тогда не ставь, я поставлю ремонт, вот я ставлю. Погружил, мы засекли вражескую пехоту. Все, я уже поставил. О, нифига там смотришь, блядь. Эй, здорово, я тут, вот я за тебя. Дальше снайпер, вот снайпер на том здании. Твою мать, меня снайпер. Габки все. Я снял. Да, хорошо. Так, пацаны, идем на А. Надо тыл прикрывать. Идем на А. Мы засекли противника с противотанковым в вашем секторе. Прием. Осторожно! В вашем районе замечен боец левый противника! Прием! Обнаружен противник с противотанковым в вашем секторе! Блин, нормально. Блять, сзади! Сзади танк, на двоих. Ой, фига вас там убили? Я далеко, пацаны. Я просто другими глазами, пацаны. Стой на меня,